Сознание жутко не хочет объединения. А сознание не может объединяться. Ведь в коллективе, даже если два человека, они все равно будут думать друг о друге плохо. Потому что любая материя, она стремится к порабощению, подавлению и доминированию над другой материей. Разве не так? Так. Если в коллективе три человека, то двое против одного. Это, ну, это закон. Причем вот сегодня я с ней против тебя, завтра я с тобой против нее. То есть, ну, это игры, игры сознания, разделяя властвуй. Но таким же образом сознание разделяет человека и внутри. Это тоже правда. Да, просто такие моменты. Люди сталкиваются с тем, что сознание не пускает их в коллективы, да? Ну, понятно, что, ну, в коллективе рост идет быстрее. И… Это же естественно. Зачем же она будет пускать человека туда, где он может обрести свободу и вырваться из-под власти сознания? Ну, должно противостоять. Ну, люди же, они же тем и отличаются от животных, что у них есть, скажем, помимо одуховленности, у них есть еще и одушевленность. То есть у них есть помимо сознания еще и личность. И они вправе выбирать, куда им идти и как поступать. Не по воле сатаны, а по своему выбору. Ну да, просто такие установки как бы существуют, что «а я не пойду, потому что я, когда наедине с собой нахожусь, нету тех факторов, которые меня провоцируют на что-то». Нет, ну как тех… бы это легче. Но, да, скажем так, не всегда то, что легче, является правильным. А ведь вот это легче — это может быть как раз иллюзия, не туда ведущая. Правильно? Угу. А для сознания это опасно, потому что люди, если занимаются собственным духовным развитием и еще в коллективе, и не боясь это все оглашают, рассказывают, изучают шаблоны системы. Ведь человек, придя туда, может услышать как раз, как избавиться, как выйти из-под этой власти, как избавиться от гнета сатаны. Но разве ему это выгодно? Нет, конечно. Поэтому он и рассказывает, сиди и все. А этот человек является кем? Марионеткой в руках системы, если он послушно выполняет все то, что ему приказывают демоны. Ну, что тут скажешь? Посочувствовать можно. Ну, это шиловый.